Ну что, мои дорогие проказники, сегодня мы поговорим на очень интересную тему. И я, как человек, понимающий в этих вопросах, я уже немножко играющий тренер, но мы сегодня поговорим на действительно привлекательную тему. А почему же, собственно, вот как бы с женой, как бы... А? Я знаю хороший анекдот, мои проказники. Встречаются двое знакомых, и один другому говорит: ты знаешь, у меня уже 3 месяца не было женщины. Говорит: Вася, так у тебя жена есть. А он ему: ты бы еще маму вспомнил. В чем же причина? Проказники, не стесняйтесь, вы все знаете. В чем причина? Вы все знаете, что вас интересует жена соседа, а не ваша жена. И жена второго соседа тоже вас интересует. И вообще вас интересуют все юбки. Просто юбки не хотят соглашаться, это уже другой вопрос. Зарабатывайте денег. А теперь, если серьезно. Те, кто нас создавали, они, собственно говоря, не рассчитывали, что у вас будет только одна самочка ваша, и вы ей будете преданы до конца дней. Нет. Вы себе подобрали эту самочку. Но когда география тела изучена, все становится очень неинтересным. Похоть живет отдельной жизнью. Любовь живет отдельной жизнью. И пытаться совместить похоть с любовью невозможно. Потому что любовь – это любовь. А секс – это другое. Вот секс, он ближе вообще-то к порносайтам, чем к любви. Любовь, она ближе к духовному. А секс к порносайтам. И, в общем-то, приходится и туды, и туды, и сюды. А квартира уже общая, а детки уже общие, а теща бегает с черенком от лопаты, а друзья тоже как бы не хотят особенно... И вообще все вот это вот. Да не расстраивайтесь вы. Догребете уже каким-то образом с тем всем, что вы имеете. Однако я хочу вам сказать... Не стесняйтесь этого. Все нормально. Все нормально. В постели, как правило, лежат 4 человека. И это не моя мысль. А она себе представляет юного мулата с 27. Он себе представляет порнозвезду в сбруе. Ну, а, собственно говоря, имеем то, что имеем. Понимаете? И в сухом остатке у нас, как правило, в постели находится... Ну, в общем-то, такой секс-шоп-тур, брейн-бздень. Очень интересно, в общем-то, это самое. Потом все закрывают глазки. Ничего страшного в этом нету. Да, конечно, социум так устроен, что надо держать гражданина за яйца. А как его можно держать за яйца? Конечно, семьей. А кем можно держать? Только семьей. А иначе, если у него не будет семьи, он будет кто? Бродяга. Вы хотите стать бродягой? Ну, тогда подписывайтесь на канал. На сегодня все.